Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Теребеке, крайний север, заполярный круг, что приятно. Всего лишь 350 километров от Кировска, и здесь совершенно другая природа. Вот вчера заехали, было какое-то уныние, но сегодня дошли до вот этого прекрасного места. Это просто очарование природы. Своя энергетика, мощь, глыба и, конечно, красота. Поэтому хочется передать свое восхищение, очарование и, не знаю, ну, какую-то детскую радость. Потому что, ну, это просто супер. Этими красотами надо обязательно делиться. Так что апрель, месяц, солнышко светит, море бушует. Снег лежит. Очень красиво. А еще самое главное, что здесь дует, и все местные в один голос говорят: ой, как вам повезло, сегодня не дует. Красота. Скользко, блин! Очень скользко.